Заместителем мэра города Астрахани назначен Расул Султанов. На планерке в мэрии состоялось официальное представление нового руководителя аппарата городской администрации, сообщает пресс-служба мэрии. Исполняющая обязанности мэра Ирина Егорова представила его руководителем структурных подразделений. 6 сентября 2011 года до недавнего времени Расул Султанов занимал должность заместителя председателя правительства Астраханской области, регионального министра строительства и дорожного хозяйства. Он покинул предыдущее место работы в минувшую пятницу.